Всем привет!
Сегодня хочу немного похвастаться. Купил себе вот такой вот прибор для выжигания. Ну, я его еще давно купил, еще летом. Были у меня некоторые планы по выжиганию, некоторые идеи, но мой узор, старый мой выжигатель, он совсем не греется. Он там трансформатор совсем слабенький, и выжигать им, это одна морока. Ничего интересного. А этот прибор, мне тут в интернет-магазине встретился достаточно дешево. Сейчас чек покажу. Тут, по-моему, за 1790. Узор, к примеру, у нас где-то стоит, там, в хозяйственном магазине, еще где-нибудь там, если поискать, рублей 800-900, по сути, пол цены всего дороже этот будет. Греет он, конечно, в разы круче узора, тут даже и сравнивать не приходится. Что интересно, хочу вам показать вот по поводу иголок. Я себе купил дополнительно еще иголки. Одна иголка стоит 100 рублей где-то, 110 рублей. В розницу, если покупать. Оригинальная иголка к этому выжигателю довольно-таки толстая идет. Вообще, вот так вот, если посмотреть, там зарубежные магазины да всякие, то вот эти иголки, они всяких должны быть форм. Но у нас вот только вот стандартная продается. Довольно-таки толстая. И мне она... для толстых линий, конечно, она подходит хорошо все. Но иногда надо сделать тоненькую линию, и она не очень для этого подходит. Ее можно расплющить, в принципе, и сделать свою форму, какую вам надо. Но также должен заметить, что к нему подходит, от узора иглы тоже к нему подходит. Например, вот эта игла от узора. Да, она точно так же сюда вставляется, и нормально греется она потоньше. Вот эта вот иголка... Моя полностью самодельная. Это не хромовая нить какая-то там от какого-то обогревателя. Втулки запрессовал. Точно так же ходит. И она становится еще тоньше. Точно так же работает. Эти винтики так себе начинают развальцовываться. Ремонт нагрева. Кстати, он продается под разными марками. Этот вот серого цвета, не знаю, как он там называется. Также он есть желтого цвета, я еще кого-то там видел. Под разными. В принципе, это все одно и то же. Один Китай. На минимуме. Вот с самодельной иголкой довольно-таки тонкую нитку можно сделать. Добавляем. Кстати, на узоре вот эта вот регулировка, она, всегда я делаю на максимум, как бы она какая-то неадекватная. Здесь все вот довольно-таки хорошо. Вот на максимум раскалилось. Давайте поставим оригинальную иголку.
затушить довольно-таки сложно. Она хорошо держит. Ручка. Ну вот. Я сейчас сделал вот такой вот не горшочек, а котелок. Довольно-таки долго его тут тыкал. У меня было вот на максимум включено. Ну и при этом вот я ручку держу. Вот только что закончил. Она вот была теплая, когда я работал. Ну такая, слегка так вот чувствую с пальцами, что она уже тепленькая. Сейчас я вот пока снимал, она уже остыла, все, она уже холодная. Так что, в принципе, держит хорошо температуру. Хотите увидеть тихий ужас? Смотрите. Ну так еще ничего, да? Вот так. Ну, то есть не протекла эпоксидка. Ну, это вообще кошмар.